Всем привет! Хочу сказать спасибо тем, которые посещают наш канал, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Вот. Сегодня хочу поделиться с вами очень хорошим, вкусным, воздушным рецептом тортика, который называется «Птичье молоко». Давайте начнем. Для теста мне понадобится желтки 6 штук, масло сливочное мягкое 100 грамм, сахар 100 грамм, ванильный сахар 1 пачка, сода 1 чайная ложечка и 150 грамм муки. Так, ну начинаем. Значит, берем масло. Я сейчас взобью масло вот до бела. Потом добавлю сахар, ванильный сахар. Это все хорошо взобью до однородной массы. И постепенно буду добавлять по одному желтку. Ну, когда это все в однородную массу взобьется, потом я уже добавлю соду и муку. Ну, дорогие друзья, вот столько теста у меня получилось. Смотрится, конечно, немного. Вот, но я его сейчас разделю на две части и буду делать, выпекать два коржа. Печь я буду эти два коржа при 180 градусов. Я духовку уже предварительно разогрела. Вверх-вниз 9 минут. Для крема мне понадобится желатин 17 грамм, вода. Я его уже водой залила, чтобы он набух. Вот. Значит, белки я взяла 8 штук, чтобы крем у меня был повыше, да, чтобы тортик был повыше. Сахар 300 грамм, 1 пакетик ванильного сахара. Потом масло сливочное мягкое 150 грамм. Сгущенка 150 миллилитров. Я взяла чуть-чуть больше, где-то 100-170. Лимонная кислота пол чайной ложки. И все. Теперь на среднем огне это все нужно, постоянно помешивая, чтобы пока растворился сахар. Но ни в коем случае не довести до кипения, иначе желатин не будет действовать. Так, ну сахар теперь у меня тут растворился. Так, теперь добавляю лимонную кислоту.
Ну вот масляная консистенция теперь у меня готова. Ее отставляем пока в сторону. Теперь у меня здесь 8 белков. Вот, я добавляю сейчас щепотку соли, взбиваю чуть-чуть до пенки легкой, потом добавляю сахар, ванильный сахар, и взбиваю до плотных пиков. Так, ну вот мои белки теперь взбились до устойчивых пиков, видите? Теперь я опять включаю и добавляю желатин с водой и сахаром. Вот, потом добавлю уже масло со сгущенкой. Ну вот мой крем готов, теперь нужно быстро работать, пока он не застыл. Вот первый корж я уже положила в форму, файликом обложила. Теперь я от крема половину выложу, потом положу второй корж и оставшийся крем наверх разровняю и в холодильник где-то на 4-6 часов. Ну вот мой тортик теперь простоял в холодильнике 2 часа, он застыл. Вот я трогаю ложечкой. Вот теперь готовим глазурь. Вот, значит, здесь молочный шоколад 200 грамм и сливки 33%. Я возьму от сливок 100 грамм, вот, нагрею их в микроволновке, залью шоколадом, пока шоколад растопится до однородной массы, и потом залью это все на мой тортик и поставим теперь уже его на всю ночь, а завтра будем пробовать.
Ну вот, дорогие друзья, у меня торт простоял ночь. Теперь я уже кольцо сняла и хочу сейчас снять фолию и чуть-чуть отдекорировать. Так вот, осторожненько. Для декорации растопила белый шоколад, пол плитки положила в пакетик и в кипяток. Вот он у меня разошелся, и сейчас хочу надрезать и чуть-чуть отдекорировать. Ну что, дорогие друзья, вот мой тортик «Птичье молоко» готово. Вот так вот я его отдекорировала. Вот уже кофе стоит, ждет. Вот так он выглядит в разрезе. Такой аппетитный, прям такой красивый. Вот. Если вам понравилось это видео и этот рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, еще будет много интересного. Пока!